приближается День матери, и мы решили поговорить об этом празднике с нашими друзьями. Яник, привет! Как тебя зовут? Меня зовут Ангелина. Привет, Ангела. Ты знаешь, какой праздник у нас отмечается 29 ноября? Нет, Новый год. День мамы. День матери. Мы даже хотели до мамы сюрприз. Мама! А расскажите нам про свою маму. Мама у меня замечательный человек. Вот, я очень горжусь тем, что у меня такая мама. Моя мама веселая, добрая, красивая. Человек очень отзывчивый, приятный. Я заботливая, ласковая, дорогая, золотая, трудолюбимая. Она самая лучшая. Самая лучшая мама в мире. Для меня мама – это самый дорогой мне человек. Это человек, который меня всегда выслушает. Моя мама очень добрая, заботливая. С самого детства она меня всегда поддерживала, помогала мне. А чем ваша мама увлекается? Вся жизнь моей мамы связана с наукой, с университетом. Работает, чтобы потом не пришлось слишком-слишком много работать. И так у нее много работы каждый день. Я не могу понять, что мне говорить. Соня сидит дома. И все. Моя мама увлекается работой, делает селфи. Ну, хорошим и веселым. Мамуня! Какие-нибудь плохие ситуации в жизни случаются? Тебя мама поддерживает? Угу. А как? Она говорит: Женя, ты сможешь, просто не сомневайся в этом. Вот так, высоко. Да. Я думаю, это так легко будет. А твоя мама готовит пироги? Да. Она кладила туда газету и линейку. А что ты можешь пожелать своей маме? Здоровья, чтобы никогда не болела. Оставалась такой навсегда. Я желаю высокой зарплаты, чтобы она бегала быстро. За маму я люблю, что она меня и ругает. Она меня любит. Она нас укладывает спать. Блинчики дает. Мам, я тебя люблю. Я люблю очень. Я очень тебя люблю. И хочу сказать тебе огромное спасибо за все, что ты для меня сделала. Мама, я тебя очень сильно люблю. Хочу сказать, что она тоже меня любит сильно. Мама, я люблю тебя. Ты самый дорогой человек в моей жизни. Мама, я люблю тебя. Спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Ты самая лучшая в мире мама. Мама, я люблю тебя. Очень. Мама, я тебя люблю. Я тебя люблю, мамочка. Ты где? Мамочка! Она меня не слышит. Ты самое дорогое, что у меня есть. Я люблю тебя, мама. Мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мама. Мама, я люблю тебя. Мамуля, я по тебе очень скучаю и очень сильно тебя люблю. Мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мамочка. Ты у меня самая лучшая в мире. Дорогая мама, я тебя люблю. Очень сильно. Правком студентов Юго-Западного государственного университета присоединяется к поздравлениям. Дорогие мамы, мы поздравляем всех вас с этим праздником и желаем вам всего самого-самого доброго и светлого. Мы любим вас. Меня зовут Танкист. Поздравляю вам всем. Танки онлайн. Играйте в танки.